Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії голова фракції опозиційного блоку в Сумській міській раді Ігор Перепека. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. І днями от в нас в місті пройшов форум ділових кіл України, сесія Сумської міської ради. Тобто такі події, і було піднято дуже багато питань, багато резолюцій, тобто є про що говорити. Ви були учасником цього форуму. Яке враження від заходу? Ну, я хотел бы поблагодарить организаторов форума за то, что меня пригласили. Меня пригласили как и депутата, и как я являюсь представителем координационной рады предпринимателей. Ну, что хотелось бы сказать о форуме. Во-первых, конечно, я понимаю, предприниматели всегда чем-то недовольны, как бы кто бы ни делал. Но нынешние условия показали о том, что предпринимателям очень тяжело, тем более сейчас идут вот эти разговоры о скасовании единого податку, там, не в полной мере, а там второй, третьей группы. Видно было, что на форуме вот такое недовольство выражалось. Но у меня вопрос, ребят, вы же выступили авангардом в этих изменениях в 2014 году. Вы первые, кто сказал о том, что вам не нравится эта власть. Пришла эта власть, она опять вам не нравится. Ну, понятно, может быть какие-то трения, но эта власть ваша. И вы должны ее поддерживать. А вы ее, ну, на форуме рвали. Я вообще, если честно, был вначале в шоке, правда ли это у нас происходит. Потом, что, опять же, какой бы вот у меня такой минус на форуме для меня лично, это то, что у нас есть в стране 4 группы олигархов, а мочили одну группу. Да, то есть вот три, как бы, да, сразу какая-то несправедливость. Ну и самое такое, что меня поразило, это политические уши. Видно, что есть организатор киевский, видно тоже, он олигарх. Мочили олигархов, организатор олигарх. И то, что готовится, люди готовятся к выборам. Поэтому вот надо от этого уходить. И то, что я сказал, что предприниматели, если хотят решать свои вопросы, у них должны быть лоббисты. Лоббисты, которые... Вообще, что такое лоббизм, вот в моем понимании, это та же коррупция, только по красивому названа. Вот у нас американцы говорят, что у вас коррупция, только они у себя это называют лоббизмом. Поэтому, ну, без лоббизма никак. Если мы не решим вот эти вопросы, не будем своих иметь представителей в городском совете, не будут иметь представителей в областном, туда дальше, в Верховной Раде, вопросы предпринимателей решаться не будут. Но подобный заход, он корисный, он зместовный для участников? Да, конечно, то одни минусы. Конечно, он полезен как и для предпринимателей, как и для власти, по крайней мере, все высказывают друг другу. Вот было, чем приятно был удивлен, вот без всяких там, как бы, ну, как бы не закрываясь ничего, предприниматели напрямую высказывали власти свои проблемы. И вот что было отрадно слышать, что в Сумской области по-настоящему власть более-менее с предпринимателями ищет общий язык в этих проблемах. Тут был как бы большой такой плюс. Ну, не менш важлива подія. В середу відбулася сесія Сумської міської ради. На ваш погляд, які резонансні питання були порушені цього разу? Сессия была, конечно, очень веселая, были присутствующие народные депутаты и областные депутаты. Но, наверное, самый такой серьезный вопрос – это был бюджет, это перераспределение бюджета. Ну, что было вот заметно, что как бы вопрос по распределению, наверное, уже давно был решен, проголосовали спокойно. Как бы без таких были там определенные неувязки, но в основном проголосован спокойно. Вот ко мне там подходил один из телеканалов, вот как вы проголосовали, чему вы проголосовали. Ну, во-первых, это зарплаты, во-первых, там сейчас надо решать социальные вопросы города, поэтому если решен этот вопрос по распределению, то почему бы не поддержать? Второе, это, конечно, было видно в середине так называемой демократической большинства, как я их называю, 38 депутатов в нашем городском совете. Это те люди, которые в 2014 году были на Майдане, они как бы вместе были, теперь у них какие-то там в середине неурядицы. Да, они друг друга начинают клепать, того давайте увольнять, того давайте накажем. Вот
одна из фракций хотела наказать секретаря міської ради. Даже вышел народный депутат, тут рассказал, как у них в Верховной Раде, как они хорошо работают, как они, какие они молодцы, а вот у вас тут не совсем правильно. На что я ответил, что не согласен с ним только потому, что я знаю, как в Верховной Раде не выносятся проекты законов оппозиции, как не дают выступать, как не дают ни комитеты. Между прочим, у нас в Минской Раде тоже ни одна комиссия не является, ну, ни в одной комиссии не есть руководителем представитель оппозиции. Да? То есть я считаю, что оппозиционный блок это без политической рекламы на данный момент. В Минской Раде это единственная идеологическая позиция, потому что вот эти ребята, которые там себя внутри рассказывают, что они оппозиция, у них один вектор, они видят по одному и тому же, как будет развиваться страна, они видят по тому, как они будут историю переписывать, то есть для них это одно. Я считаю, что если они не поделили должности, то это не оппозиция. Поэтому, ну, тут этот такой был вопрос. И, мне кажется, один из таких резонансных вопросов, это был отчет главы департамента инфраструктуры Еременко Григория Ивановича. Ну, тоже одна из фракций хотела его клепать. Ну, я скажу, он работает, я его не оправдываю, я его там не хвалю, я просто хочу сказать, что он работает в тех условиях, которые сейчас созданы. Да. Поэтому, по крайней мере, город, ну, живет не хуже других. Пане Ігорю, до речі, мені цікава ваша думка з приводу порушеного питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності секретаря міської ради Андрія Баранова. Відомо, що суд виніс рішення, да, в якому зазначено, що він дійсно винен, скажімо так, в корупційних діяннях. Там мова йшла про голосування за премію. Понимаете, от там у нас тоже есть непорозумение с всеми коррупционными деяниями, я имею в виду там, и по нашей фракции. Понимаете, вот этот закон, который для нас написали не наши депутаты, а написали далеко за океаном, который его сейчас внедряют, может быть, он и правильный, но он не совсем как бы отвечает тем реалиям, в котором живут и депутаты, и живут люди. Депутат – это тоже простой же человек, это не робот. Да? Он приходит на заседание, он голосует, он не совсем, не всегда как бы корреспондируется с теми бумагами, которые к нему приходят. Но проголосовал, но он тоже человек. Я не думаю, что у него там премия что-то там зашкаливает. Поэтому тут все-таки надо разбираться. И когда суд принимает такое решение, коррупционные деяния, тут сразу, о, коррупционер, да, вот хорошо, тут же суд принял решение. Ну, я бы не сказал, что это коррупционеры. Вот есть намного более такие коррумпированные действия, которые делают в Верховной Раде, но я что-то не видел, чтобы там суд принял хоть по одному. Да? Там есть у нас депутат, который объявил, что он там 1 000 000 или 500 000 заработал на каком-то выигрыше. Да? Вот, ну, это же вообще это издевательство над людьми. Поэтому в данном случае я считаю, что не совсем справедливо будет, если Минская Рада будет там выносить какие-то наказания. Опять, а кто наказания будут? Депутаты, что ногами будем его забивать или как? Или волосы ему вырывать? Вот как мы его накажем? Поэтому тут тоже вопрос. Питання без відповіді. Да, 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 да. Ну, наразі відомо, що петиція щодо розгону виконавчого комітету, я говорю так, що, бо саме так була зареєстрована, набрала потрібну кількість голосів. А її депутати були зобов'язані розглянути на пленарному засіданні сесії. До цього рішення з'явилися пропозиції міського голови однієї з фракцій. І навіть народний депутат на сесії виступав з цього питання. Выступили с репликой вы. Прокомментуете? Ну, я сказал по поводу уже, как бы, по этой реплике, по которой я как бы ответил народному депутату, о том, что когда они рассказывают, что в Верховной Раде как бы слаженная работа, то там совсем не так. И когда они нам рассказывали еще до 2014 года, как они будут работать, как они голосуют, мы сейчас видим, и по 4, и по 5, и по 6 человек, и как их там 100 человек, например, в зале, они высвечиваются, что их по 300 человек. То, что касается разгона выконавчего комитета. Да, была такая петиция, Минская Рада ее не поддержала. Одна из фракций предложила заменить своего члена на другого. И Минский голова предложил
заменить одного из членов выконавчего комитета на представителя общественной организации и участника ВАТО. Да, то есть, но опять же сразу возникли тут споры, ругань. Вообще, ну, давно не видел такой сессии, чего не хватало, это человек 200, которые кричали, скандировали «ганьба» и еще что-нибудь такого. А так было вообще интересно. Но я хочу сказать, что выконавчий комитет вообще формируется ж мирским головой, и пропозиции он надает. Поэтому как бы его желание, ну, он должен это выносить, его не было на сессии. И вот решили этот вопрос снять и все-таки перенести на более поздний срок. Ну, і, до речі, одна з громадських організацій провела опитування щодо оцінки роботи міських депутатів і навіть надала свої рекомендації. Ви бачили ці рекомендації? Ну, рекомендацій ще не було, я їх, ну, я скажу зараз про рекомендації. А думки, ну, ваша думка з цього приводу, тобто доречно це робити, чи компетентні громадські організації робити отакі аналіз і рекомендації? Взагалі, якщо чесно, коли вони розказали свої выводы, то есть свои результаты, я был в шоке. Они мне звонили, по-моему, осенью, предлагали какие-то сдать тесты, там 3 теста было. Я знал, что есть такие оценивания проводятся. Но когда я открыл эти тесты, вот что меня первое поразило, я как бы посмотрел, это больше психологические тесты, чем то есть определить как бы психологический тип депутата, а ни в коем случае не его работу. Ну вот самое интересное, что это за организация, там как-то она называется, лига эта. Когда вы откроете их засновников, то один из засновников шел на выборы в списке одной из партий в Мирский совет. И вот как вы думаете, кто победил среди вот этих депутатов? Ну, эта же партия и победила. Вот это не политическая коррупция. Вот вам пример самой простой политической коррупции. Теперь второй вопрос. Они с сентября месяца до марта проводили этот опрос. Ну, там были студенты, понятно. Они могут как крепостные там работать и бесплатно. Но те, кто ними руководил, они работали бесплатно? Я больше уверен, что нет. Значит, они где-то взяли деньги. Они там конкретно пишут, мы там за допомогой такой-то, такой-то. И везде же ЮСА, ЮСА, ЮСА. Ну, мы понимаем, откуда идти. То есть, скорее всего, что это было грантовое. Следующее, что меня поразило, это то, как они проехались там по мне. Да, вот. Непоганий депутат, хоча, якщо чесно, мене точка зрення не інтересує. То чіткою определення моєї діяльності, інших депутатів, вискажуть избирателі, коли прийдуть на избирательний вибір, вони візьмуть бюлетені і поставлять оцінку. Все це чітко, більше не треба. Як ці люди можуть оцінювати нас, коли вони заангажовані? Я знаю, коли вони там розказували про мене, вони сказали так, от депутат непоганий, але він там і поідеологічний, десь не з нами співпадає. І в нас город маленький, ми ж знаємо, хто де. Подождіть, якщо я, або ви вважаєте, працюю не в рамках законодавства, ви повинні взяти бумагу і швидко постучати. Якщо ви не постучали, значить ви зі мною десь теж попадаєте під ці всі форми. Второе, кто вы такие, что вы оцениваете нас и определяете, как мы работаем? Мало того, они сказали, мы пришлем рекомендации. Да вы эти рекомендации возьмите, отдайте бабушкам на распалку. Благодаря вашей деятельности у бабушки газ не могут включить, потому что им надо дровами топить. Поэтому я считаю, что вот эти организации, они, если хотят что-то сделать, то, пожалуйста, там внутри себя, а сейчас каждый, кто себя хочет, называет экспертом, оценщиком. Вообще, есть система, я, между прочим, в городе предлагал оценивать работу чиновников. Есть европейская система оценивания. Там есть четкие критерии. Пожалуйста, принимаем, Мирська рада проголосовала, вот это будет как бы нормально. Оценивать люди. Да, для этого есть европейские стандарты, для этого все должны оценивать люди, должны оценивать как бы специалисты в этом понимающие. Ну, это вообще, конечно, шок. И я вам скажу, весь депутатский корпус в шоке. В шоке. Ну, кроме, конечно, той фракции, которая победила. Педьякура была. Да, ну, что самое интересное, победитель, метальщик дымовых шашек, метальщик этих скамеек в 4 утра там где-то в окна. Ну, это вообще шок.
Зараз обговорюється можливість звернення до глави уряду Володимира Гройсмана щодо роботи комунальних підприємств. Що мається на увазі і чим взагалі прем'єр може сьогодні допомогти нашим комунальникам? На цій сесії ми не проголосували. Це буде таке звернення. Його проголосувала Харківська обладміністрація. В общем, в июле 2014 года, понятно, кто нам, я думаю, все понимают, кто нам подсунул этот закон, был принят закон о том, что коммунальные предприятия имеют одинаковые возможности со всеми остальными участниками рынка. То есть, если это, к примеру, там, подрезка деревьев, то коммунальные предприятия никаких преференций не имеют. Если это озеленение, там, уборка, они должны участвовать на одинаковых же условиях со всеми предпринимателями. То есть, с одной стороны, как бы для предпринимателей это хорошо, но это либеральный подход, капиталистический. Я, как бы человек, стоящий на социальном государстве, я против этого. Но, ребят, когда вы за это боролись в 2014 году, вы получили это. Теперь против. Да, теперь они против, потому что они понимают, что коммунальные предприятия для того, чтобы получить какой-то фронт работы, они должны поучаствовать с частными предпринимателями. А тут уже все, они не смогут этого делать. Потому что частный предприниматель намного дешевле делает эти определенные работы. И для города это большая проблема. И этот закон с августа 2017 года вступает в силу. Но я чем хочу сказать, они перед Новым годом приняли, Верховная Рада, Кабинет министров принял разрешение приватизации электроавтотранспорта. Они сейчас насаживают продажу всех государственных предприятий, то есть для них это МВФ. То есть они дают сигнал, ребят, продавайте. Все, это ведет к полной распродаже всех активов, которые имеют город. А что будет идти в звернении? Про что будет идти? Мы будем просить, что, ребята, приостановите этот закон. Мы хотим жить в Европе, но экономикой управлять, как при Советском Союзе. То есть мы так. То есть мы не можем никак определиться. Якщо підсумувати, скажімо, оцей робочий тиждень, для вас найважливішим була сесія. А що попереду? Над чим працювати? Ну, у нас же второе будет заседание, да, заседание сессии, там мы будем принимать, там тоже есть очень много интересных вопросов. То есть, будем голосовать, будем отстаивать как бы интересы людей, но есть определенные проблемы, для того, чтобы отстоять вот так, надо проделать вот так работы, потому как руководители другие. И вот что неприятно смотреть, что вот эти ребята, которые одной командой взяли власть, теперь между собой переругались, и от этого страдает весь город. Що ж, ми вам дякуємо сьогодні за розмову, а нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був голова фракції опозиційного блоку в Сумській міській раді Ігор Перепека. На сьогодні все, втім лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація.